Доброго вечора, в ефірі Суспільного, телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємося в цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – «Євробляхи. Проблема чи перспектива для українських автовласників?». Чи існує в Україні проблема автомобілів на єврономерах? Чи мають вони залишатися на наших автошляхах? Чи ні? І чому? Про це йтиме мова сьогодні в нашій студії з нашими гостями, яких вам представляю. Максим Олійник, член громадської організації «Шикарна балка». Та Микита Михайлов, генеральний директор Миколаївського представництва міжнародного автоконцерну. Автомобіль з єврономерами – це вихід для людей, щоб забезпечити себе, сім'ю, работу доступным автомобилем. Автомобили, которые хлынули, они просто очень подкосили рынок автомобильный в Украине в целом. Они очень сильно ударили по экономике страны, они очень сильно ударили по состоянию людей. Много денег было вывезено за границу. Вы ввозите автомобили из других стран сюда, правильно? Да, официально. Вы их там покупаете за фантики? Нет, мы их покупаем за деньги. Ну, то есть вы выводите те же самые деньги за границу, так же само, как и люди с автомобилями, правильно? Нет, мы их покупаем там за деньги, платим, здесь есть большая разница, мы их покупаем за деньги, мы платим за это все налоги. Мы завозим автомобили официально, платим за, опять же, за это все налоги. Мы обеспечиваем рабочие места. Если бы сделали то же самое для евро-номеров, ну, для БУ автомобилей, то люди так же само бы пошли, спокойно заплатили эти 30%, хоть это тоже очень много на самом деле, но заплатили бы эти 30% и ездили бы легально на украинских номерах. Нет проблем. К этому стремились, к этому всех людей поднимали, объединяли. Они не заплатят эти деньги. Почему не заплатят? Возьмите статистику. Подождите. 30% заплатить от цены автомобиля и 200% заплатить от цены автомобиля – это немножко разные вещи. Занижались оценочные стоимости автомобилей, при том, когда они их ввозили. То есть, опять же, какими-то там непонятными путями, опять же, кто-то там на этом зарабатывал. Но сам потребитель в итоге остался, он у разбитого корыта в большинстве. То есть, я считаю, что те люди, которые хотели купить эти автомобили, которые готовы были потратить деньги – это всего лишь 10%. Все остальные автомобили, они просто медленно будут потихоньку оставаться в Украине, медленно кто-то сможет их содержать, будет ездить, кто не сможет содержать, будут разборки появятся. Посмотрите, буквально через небольшой промежуток времени появятся разборки этих польских, литовских автомобилей. И я, и все надеялись, что все-таки нынешняя власть услышит людей, поймет, пойдет навстречу. И как обещали, они же обещали с телевизора, что мы сделаем доступное, что мы примем, что все. В итоге что приняли? Приняли непомерные штрафы, просто невменяемые, по 170 тысяч гривен штраф для человека с зарплатой там 8-10 тысяч гривен, это просто, ну, это смерти подобно. А у нас нашли пробел в законодательстве, завезли эти автомобили, а потом шантажом собрались и говорят, давайте, принимайте нас закон, нас же много уже.